Здравствуйте. Добро пожаловать в мир вина. Меня зовут Фернандо Кастро. Я винодел в пятом поколении и являюсь владельцем винодельческого хозяйства Bodegas Los Marcos, где мы сейчас и находимся. Хочу представить одно из наших характерных вин. Монте-Крус Крианса. Вино, контролируемое по происхождению, Део Вальдепеньос. Безусловно, старейшего и самого престижного из 9 винодельческих регионов Кастилья-Ла-Манчи. Вино на 100% состоит из сорта винограда Темпранилло. Цвет вина черешнево-малиновый, насыщенный, благодаря выдержке в бочках. Вино выдерживалось 6 месяцев в дубовых бочках, вот в этих бочках, которые расположены вокруг нас сейчас. И дополнительно вино выдерживалось минимум 6 месяцев в бутылке. В букете есть свежесть, но также естественно различимы нотки дуба. Чувствуется характерный аромат французской бочки. Вкус вина очень элегантный, характерный для вин из сорта Темпранилло. Присутствуют мягкие танины, что делает это вино очень питким. Вино идеально сочетается с рисом, любыми сырами, и рекомендуемая температура подачи на стол 16-18 градусов. Уверен, вам понравится это вино.